В Украине давно уже закон – это вариативность. И фраза заменена на другое. Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому, да, я согласен, действительно, нужно воспитывать в людях уважение к закону. Но кроме этого, надо не забывать про еще одну вещь. А полицейских надо готовить не только юридически, психологически. Надо готовить психологически к тому, что против них могут быть оказано сопротивление, насилие против них. Они должны быть к этому готовы. И тут, конечно же, и тут я могу сказать, что вот как общающий человек, который общался с французской полицией, человек, который общался с израильской полицией, у них есть штатные психологи, которые постоянно мониторят состояние работников полиции. Почему? Потому что полицейские работают постоянно под прессом. Полицейские работают под давлением. И на них лежит максимальная ответственность защищать интересы государства и общества.